Новое звание. В 62-й школе второклассникам торжественно вручили удостоверение юных инспекторов движения. Теперь ребята с гордостью могут называть себя помощниками ГИБДД. Должность ответственная, поэтому школьники готовились в течение всего учебного года. Старательно учили правила дорожного движения. Они проводили различные мероприятия. Пешеходный переход, ребенок-пешеход, письмо водителю. Участвовали также в различных викторинах и конкурсах. Мы надеемся, что ребята будут и дальше помогать нам учить всех правилам дорожного движения, умению ориентироваться в дорожной ситуации.